Добрый день. Хочу приготовить курицу запеченную в духовке. Для этого я хочу ее замариновать. Нам понадобится перец молотый черный, соевый соус, растительное масло, лимон, сок лимона и чеснок. Ну, начнем с чеснока. Порежем его. 6 головок чеснока порубили. Соевый соус. Значит, на 2 килограмма бедер куриных вливаю соус. 200 грамм. Так. 2 столовые ложки масла растительного. Теперь сок лимона, тоже 2 столовые ложки. Я его маленько вот так покатаю, чтобы полегче было выжимать. Так. Перемешаем немножко. Так, и щепотку будем считать перца. Так, все это перемешаем. И зальем нашу курицу. Посолить. Маринечка, примнем и поставим гнет. И на 6 часов, так сказать, мариноваться. Так. Поставим что-нибудь такое тяжелое сюда, более-менее. Так, значит, оставляем на 6 часов. Так, у нас прошло 8 часов, сейчас мы будем ставить нашу курицу в духовку. Духовку я уже включила, разогрела до 180 градусов. Выкладываем нашу курицу. Теперь накроем фольгой. И за 30 минут до окончания фольгу верхний слой снимем. Нашу крышку. Так, ставим на 50 минут разогретую духовку на 200 градусов. Вот там куда-то сейчас все подарочки. Ой, может быть, они уже поджарились. Может быть, уже сгорели. Да нет. О, все нормально. Там двойной слой, поэтому я... Ага. Ну ладно, ставим, чтобы подрумянилась наша корочка. Минут? На 30 минут так и поставлю. Ну вот наша слегка подрумяненная курочка в
Что ж, всем приятного аппетита. Советую приготовить с таким маринадом.